Футбольный клуб «Сахалин» добился исторической победы. Впервые команда переиграла «Зенит» из Пензы. 3 очка в копилку удалось добыть на выезде. Они дались непросто. Забить единственный гол в матче получилось лишь на 84-й минуте. Обоюдоострая игра шла к ничейному результату. Перевеса в счете удалось добиться при помощи стандартного положения. С угла штрафной площади Роман Изосимов навел к воротам. Передачу замкнул Андрей Сорокин. Я так думаю, что мы все равно были ближе к победе, особенно в первом тайме. Инициатива была полностью на нашей стороне. Мяч по вратарской катался, не можем забить. Ну, во втором, да, хозяева, особенно при стандартах, могли нам забить, но хорошо, что так получилось, и именно со стандартом мы забили. Таким образом, Сахалин поднялся на 17-ю позицию в третьей группе второй лиги. Следующий матч команда проведет с клубом «Знамя» из Ногинска. Игра пройдет 15 апреля.